Друзья мои, рад всех приветствовать. Мы с вами, если не ошибаюсь, в последний раз встречались в октябре, правильно? В октябре, да. Да, тогда мы были в учебном классе, вы тогда сидели за партами, и сегодня действительно прибыл к вам сказать вам хорошие, добрые, напутственные слова. Вы выходите на маршрут, то есть это классное дело, которое мы организовали. Когда мы создавали нашу школу, она создавалась не только для нужд нашего прекрасного города, но в том числе и для других территориальных громад. Я смотрю, все ответственные, очень суровые.